Здравствуйте, меня зовут Анжелика Новоселова, я руководитель региональной федерации по черспорту. Наша команда «Байкал» входит в состав этой федерации. Черлидинг для Сибири пока экзотика. Появился в Иркутске только в 2016 году. Но уже сейчас воспитанники команды «Байкал» выступают на соревнованиях регионального и всероссийского уровней. Наши спортсмены имеют юношеские и спортивные разряды по черспорту. Черлидинг сочетает элементы шоу, таких зрелищных видов спорта, как танцы, гимнастика, акробатика. Черлидинг расшифровывается как группа поддержки. Занятия ведет Олег Григорьевич Чернигов, сертифицированный тренер Всероссийской Федерации черспорта. В программе акробатика, растяжка, станты, общая физическая подготовка. Мы ведем набор спортсменов любого пола в возрасте от 4 до 18 лет. Первое занятие бесплатно. Приходите в нашу команду «Байкал».